Всем привет! Сегодня у нас покупочки Faberlic. Хочу вам показать, что я заказала на этот раз. Очень много я заказала для дома. И кое-что заказала еще по акции. Сейчас летние скидки идут на такие парфюмированные наборчики. Ну, давайте все по порядку. Первым делом я вам хочу показать, что я беру для мытья посуды. Вот такое вот моющее средство, концентрированное, для мытья посуды. Я взяла с ароматом яблок и лимон и мята. Вообще этого средства надолго хватает. Я им пользуюсь уже давно, и вот у меня уже заканчивается. Они сейчас по акции с большой такой, с хорошей скидочкой, и поэтому я взяла два. Пусть будет на всякий случай. Ну, мне эти средства нравятся тем, что они, во-первых, хорошо пахнут, приятно. И там совсем капелька нужна для того, чтобы помыть прям много посуды. Она хорошо пенится и хорошо все смывает. В общем, надолго хватает, очень экономичные, концентрированные. Советую вам, берите. Еще я взяла для унитаза, ну, я взяла два средства. Одно — это спрей-антиналет для ванных и душевых кабин. Мы это средство уже пробовали у дочки, она брала. И хочу вам сказать, очень хорошо отходит камень, хорошо ржавчина. В общем, все пятна, все налеты, все очень хорошо уходит. И при том, что его вот просто спреем побрызгал, там несколько минуточек, и все смывается очень быстро, все это отходит. Вот хочу попробовать этот спрей в унитазе, на унитаз. В общем, испытанное средство, советую, берите. Ну и на всякий случай я взяла еще вот гель очищающий для туалета. 5 в 1. Но такой гель я еще не пробовала. Но я думаю, что может быть как для такой вот, скажем, ну, не ежедневной, но, скажем, частой уборки, может быть, и этот попробовать. Ну, взяла на пробу. Попробуем, что это такое за гель. Еще я взяла водный спрей освежитель воздуха. Вообще, я себе брала без запаха такой спрей. В общем, он у меня еще есть. Но у дочки я увидела такие вот с запахами. И там вот два у нее стоят в туалете и очень приятно пахнут. Я решила просто взять себе вот это вот тропический бриз с запахом. Решила взять такой освежитель воздуха. Кстати говоря, его ж можно сейчас попробовать. Ой, приятный запах. Такой вот свежий какой-то, фруктовый такой. Ну, в общем, он приятный такой, ненавязчивый. Пусть будет. Я взяла, потому что вот иногда хочется какой-то свежий запах, чтобы был в комнате, там, не знаю, в кухне, в туалете. Будем пробовать. Еще взяла, ребята, для автомобиля, вот для ухода за интерьером автомобиля. Салфеточки такие. Просто бывает внутри автомобиля, там пыль осела на панельках, где-то, может быть, стекла протереть. Не знаю, на стекла я попробую, но вот стекла изнутри иногда бывают покрываются чем-то, каким-то таким налетиком, и просто сухая тряпка, ну, разводы вот видны. А я хочу вот этими салфеточками попробовать еще и стекла. Ну и, само собой, панели и все внутри протереть. Это в машину. Ну и наконец-то мы добрались до парфюмированных, ароматизированных, в общем-то, моих приобретений. У моей сестры скоро день рождения. Я думаю, что что-то из этих наборчиков я ей подарю. Но, скорее всего, с туалетной водичкой. Здесь, в принципе, получилось два по цене одного, да, то есть со скидочкой.
я хотела взять туалетную воду, но я смотрю, если берешь набором, допустим, гель для душа вот той же серии, да, то получается цена одинаковая. Поэтому я взяла вот это в наборах. Я туалетную воду открывать не буду, ну а гель можно понюхать, я думаю. Здесь можно будет определить, какой запах. Сейчас я гель приоткрою, хочу понюхать. Да, ароматизировано. Действительно, вот запах, как бы сказать, туалетной водички, духов такой есть, парфюмированный. Это парфюмированные такие вот. Ну, все, духи открывать не буду. Вообще, конечно, вот для подарка, если вот сейчас есть такая возможность, у кого-то, может быть, где-то в ближайшее время, у кого-то, может быть, какие-то там даты или что-то вот подарить, то, что нужно, мне нравится. Ну, этот набор называется... Фуридж, по-моему, да, если я правильно произношу, по-английски, в общем-то, не очень-то я. А следующий наборчик, это дезодорант парфюмированный и тоже гель для душа, но это серия Каори называется. Ну, как мне кажется, это аромат, наверное, каких-то цветов, жасмина. Но я там читала нотки какие. Ну, в общем, приятные нотки. Сейчас я хочу попробовать. Вообще, вот это я взяла для себя. Я просто посмотрела, у меня дезодорант заканчивается. И я решила взять еще там парочку дезодорантов парфюмированных. Ну, и они уже шли как бы в паре с гелем для душа. Ну и прекрасно, если будет гель для душа парфюмированный. Тем более, в общем-то, он заканчивается, можно не экономить. Хочу попробовать запах. Приятный. Приятный запах свежести. В общем, то, что я люблю. Я люблю такие приятные, вот, нежные запахи. Не тяжелые, а вот такие вот, нежные. Вот это как раз то, что нужно. Каори, наверное, я оставлю себе. Ну и вот такой еще тоже дезодорант парфюмированный, гель для душа, Шершеля Фам. Мне понравилось название, и поэтому я взяла. Надеюсь, тоже здесь запахи будут хорошие. Вот покажу. Ну и этот дезодорант я тоже хочу попробовать понюхать. Этот запах мне тоже нравится и тоже мне подходит. Тоже вот такой нежный, приятный запах, ненавязчивый. Я, пожалуй, два этих дезодоранта с гелями оставлю себе, два этих наборчика. Они мне понравились, классные такие. Ну и еще, девочки, я решила взять корректор для лица. Я хочу его сейчас посмотреть. Вот я вам покажу. Ну, вот такой корректор. Сейчас я его открою и хочу посмотреть, какой он там внутри. Так, здесь вот кисточка. А вот это вот нажимается так, да? Честно говоря, корректором еще ни разу не пользовалась. Поэтому не знаю, как сейчас получится. Я знаю, что там должно что-то выжиматься. Ну вот, девочки, в общем-то, я у дочки спросила, почему у меня не нажимается. Все нажимается, просто когда он новый, нужно подольше понажимать, пока не появится жидкость.
И, в общем-то, она у меня вот появилась, я ее сейчас вот мажу. Видите, да? Я взяла светлый тон, и есть там тон чуть-чуть потемнее. Но так как у меня кожа светлая, поэтому я взяла светлый, и, в общем-то, я не ошиблась. Это как раз мой тон. Но я смотрю, замазывает. Видно, что замазывает. Прям он даже сливается с кожей. Вот я вижу, что намазано, он сливается с кожей. Но его на коже, в общем-то, не видно. Но это класс, это то, что мне как раз-таки нужно. Я вот это вот довольна, и сейчас буду еще как раз вот накрашена, еще чуть-чуть, может быть, и подкрашу. А то, что нужно, корректор, да. Я себе угодила. Ну что, мои хорошие, в общем-то, в принципе, я вам показала все, что я взяла. Теперь будем пробовать и будем пользоваться. Покупочками я довольна. Вообще средства Faberlic мне очень нравятся. Поэтому в основном всегда все вот именно в тему. И вот то, что я сейчас взяла парфюмированное, я не знаю, их очень-очень много в каталоге, просто нереально много. Там и подороже есть, и подешевле. Но в принципе цены не высокие, недорогие. И там описание есть, какие нотки чего есть в этих парфюмированных, дезодорированных, там вот этих вот средствах. Туалетная вода, там парфюмированный дезодорант и все такое. Ну, в принципе, вот даже то, что я сейчас уже взяла, обычно я немножечко предвзято отношусь к таким, скажем, описаниям, да, ноток, потому что я, в общем-то, в этих нотках не разбираюсь. Но хочу сказать, в общем, то, что я, по крайней мере, взяла, это точно такие нежные, приятные запахи. Они не тяжелые, не навязчивые. Вот мне нравится. Я этими дезодорантами буду пользоваться. И не нужны духи. Духами я в последнее время перестала пользоваться. Ну, так как у меня сейчас на какие-то сильные запахи, даже пусть шикарный, дорогой запах, есть у меня такие французские. Но раньше любила, а сейчас я задыхаюсь. Мне вот эти запахи тяжелые, как бы сильные запахи, даже кто-то пройдет, я уже их не переношу. Поэтому я выбираю такие легкие нотки, такие где-то там, скажем, чтобы был такой тонкий аромат, шлейф, чтобы я его ощущала и сильно, чтобы он не источал запах для помещений, чтобы люди не задыхались. Ну, уже наговорила много. Ну все, на этом покупочки мои все уже я вам показала. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока.